Мы сегодня пришли сюда, чтобы дать небольшой концерт ко Дню Матери. Это задание. Это наше прекрасное задание. Вот тут с нами мои 6 родственников. Это Лия, Ксю, это Катерина, Безумный Макс и Юрец. Сегодня для вас мы сделаем несколько номеров. И первым номером нашей программы будет мой стих для мам. Всех мам мы поздравляем с Днем Матери. Этот стих я написал буквально вчера. И сейчас я вам его зачитаю. Итак, мамочка, здравствуйте, поздравляем вас, мамочка. С Днем Матери! Сейчас стих для мам. Давай, Вась. Итак, открыв глаза в этот новый мир, ты взглядом ее встречаешь. И в теплых нежных женских руках любовь ее получаешь. Так дни проходят за днями, ты плачешь, смеешься, мечтаешь. Бывает, злишься местами, но все равно любовь ее получаешь. Она заберет из детсада, портфель твой на плечи набросит и скажет: сынок, с тобой мама, когда тебя девушка бросит. В армейку пришлет передачку, на свадьбе обнимет жену и выпьет за счастье обоих рюмочку водки, да не одну. И где-то на красной горбатке, в старой домашней пижаме, ты счастлив, приехав к любимой, родной и единственной маме. Ура! Праздником, дорогие мамочки, вас мамы! Всех с праздником поздравляем! Праздником, мамы! И вас поздравляю с праздником! Итак, внимание! Уважаемые зрители, наши смотрители, в нашем шоу-реалити-шоу «Игры реальности» сейчас все выступит реально. Человек, которого зовут Безумный Макс! Выходим сюда! Давай, Безумный Макс исполнит для вас танец! Битос. Итак, Максон, ты готов? Давай. Макс, ты готов? Я не слышу, ты готов? Зарядись! Давай, Максон, поехали! Танец от Максона! Oh, yeah. Oh, yeah. Хорошо. Oh, yeah. Отлично, oh, yeah. Максим. Oh, yeah. Зажигай. Лунная дорожка Макс. Пошла. Вот Безумный так. Макс. Давай, давай. Безумный Макс. Хорошо, хорошо. Безумный Макс. Хорошо, хорошо. Безумный Макс. Так, Безумный Макс. Макс. Энергичный. Безумный Макс. Безумный Макс. Безумный Макс. Безумный Макс. Безумный Макс. Итак, это был Безумный Макс Красавелла. Давай, девчонки. Следующим. Мамочка, мы поздравляем вас с Днем Матери. Сегодня желаю вам всех прекрасных дней, чтобы у вас росла прекрасная доченька, хорошо училась, да. И чтобы все у нее было хорошо. И для вас сейчас песня «Мама» от для нашего вас. Юрца. Юрец, попросим Юрца аплодисментами. Итак, Юрец, давай. Я здесь. Давай, зажигай, Юра. Песню вас. Безусловно, любовью пылает, постоянно бывает с тобой. Зачастую ночами рыдает, утешая себя мольбой. Бесконечные думы о чаде, он же кровушка, плоть моя. Если вдруг с ним случится несчастье, это будет моя вина. Мама, мама, звезды подарю. Мама, мама, врага за тебя убью. Да, да, мама, мама, за меня не бойся. Мама, мама, прошу, успокойся. Крылья мои распахнулись, я лечу сквозь эфир за мечтой. Мама моя улыбнулась, на душе у меня покой. Песня для мам. Все со мной будет любова. Ангел-хранитель со мной. Давай поздравим. Ведь не зря свою жизнь отдавала. Мама моя за спиной и со мной. Мама, мама, будешь мной гордиться. Мама, мама, я лечу как птица. Мама, мама,
я любовь свою нашел. Мама, мама, рад, что в этот мир я пришел. Давайте похлопаем нашему Юрцу! Надеюсь, вам всем понравилось! Да, что? Спасибо! Да. Итак, еще хочу сказать несколько слов. Вы можете подписываться на наш сайт «Игры реальности» и увидите наше реалити-шоу. Мы 6 человек, которые живет в одном доме, и мы боремся за наследство нашей бабушки Прасковьи, которая жила в Австралии. Yep. Но это еще не все. Следующим номером нашей программы выступает очаровательная, классная, замечательная и прекрасная Екатерина! Она исполнит песню, русскую народную песню. Катюш, ты готова? Да, я сюда. А танцевать будут ей помогать танцевать Лия и Ксю. Говорила мама мне про любовь обманную, да напрасно тратила слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я не здесь. Вот зачем Сереженька села под березоньку? Ах, мамочка, мамочка, зачем? Села платье белое и завивку делала. От любви кружилась голова. А подружка Зиночка перешла тропиночку. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я не здесь. Вот Серёду Полюшку подстречала Колюшку. Ах, мамочка, зачем? Итак, это была Екатерина. А сейчас немножечко лайтовой репчинки от Вась Васича. Итак, я сейчас попробую, я стал этим заниматься совсем недавно, благодаря Юрцу, который меня обучает этому делу, потому что раньше я этого не умел. Итак, Юрец, ты готов? Я готов. Задай-ка мне биточек. Я стою с дивана где-то в 7 утра, потому как это провела мой устав каждый день 9. Я делаю зарядку, а потом от камер начинаю играть в прятки. Я жду часами тут, вспоминая души. Он очень мне нужен. Для бабушки Прасковьи, что было важно очень, чтобы никто из шестерых никого не бросил. Рабы из чердака от милой Каши Зольды пытаются наследство оставить свою пользу. И вроде получается, а вроде бы не очень. Игра-то не кончается, и я не тамагочи. Мне вроде бы понятно, а вроде бы не очень. Я наследник своей бабушки, я не тамагочи. Мне вроде бы понятно, а вроде бы не очень. Я наследник своей бабушки, я не тамагочи. Браво! Это было здорово! Это игры реальности! Итак, следующим номером нашей программы вы увидите наши хореографические способности. Мы вам покажем наш общий танец. Готовы? Итак, общий танец. Ждем. Давайте, все встали. Давайте вот так. Так. Можете уже брать свои гаджеты и смотреть нас прямо в прямом эфире. Ну, давайте встали красиво. Поехали. По красивым точкам. Бам-бам-бам. Поехали. Давай, да. Так что, пусть готов. Супер танец. Нам и... скоро надо на мировую базу. Поехали. Да, поехали. Да. Максон. Безумный Макс.
Безумный Макс. Yeah. Безумный Макс. Yeah. Безумный Макс. Yeah. Безумный Макс. Yeah. Пошла. Пошла. Игры реальности. Это круто. Игры реальности. Шоу. Игры реальности. Игры реальности для вас. Ну и финальным, финальным номером нашей программы будет гимн нашего реалити-шоу «Игры реальности». Сейчас мы для всех, для вас поем и зачитаем наш гимн нашего реалити-шоу «Игры реальности». Так, давай. Готовы, ребятки? Да, конечно, готовы. Поехали. Всегда готовы. Ага. Эй. Эй, мы сюда приехали сегодня Эй. Без денег, без ничего. Эй. Пустые! И заработали еще чуть-чуть. Было бы круто, Эй. Если бы нам кто-нибудь помог. Эй. Я оказался в этом доме сам не знаю как. По парку под луною в ночь гулять не надо, факт. Но в этом доме неспроста и не один, а Вась-Васич вечно бычит. Шарманку осади! Тут бегает Дарт Вейдер, Шрек и Человек-паук. Парняга явно чем-то разгоняет свой досуг. И я не про наркотики и не про алкоголь. Он Тенди Сумаил, купи или он Шан де Голь. Шан де Голь. Шан де Голь. Шан де Голь. Еп. Шаманы разных поколений вне одной. Свеча обратной речи Тара, тут расклад простой. Она все видит наперед, она по щам дает. И рядом с ней фактически никто не врет. Эй, а что касается блондиночки с ее душой, им нужно очень много бабок за ее спиной. Ей нужен господин король, ей нужен Джон Сноу. Ведь Фури рождена, она, ей нужен ее флоу. А последняя особа голубых кровей. А, меру дурна, у нас спортивная красота бровей. Какой ты не подкатишь, коп, если полон кулек. Тут тысячи карат и не спасет мой кошелек. Не знаю, куда приведут эти пути, но мы здесь собрались, у нас у всех один мотив. Добраться до вершины и построить свой дворец. И, кстати, доброго времени суток, меня звать Юрец. Мы оказались в доме у нее. Она хранительница храма твоего. Она ключи подарит от любых дверей. Беги в ее объятия, беги скорей. Мы оказались в доме у нее. Храма твоего. Чьи подарит от любых дверей. Беги в ее объятия, беги скорей. Эй, 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 оп, 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 оп.